4 февраля президент страны Владимир Путин подписал закон, который возвращает льготные условия поступления детям-сиротам и дает право бесплатно поступать в магистратуру выпускникам специалитета. Предполагается также учеба на бесплатном подготовительном отделении. Сейчас дети-сироты, так же как и другие льготные категории, дети-инвалиды, инвалиды с детства, имеют право претендовать на студенческие места в пределах 10% квоты. То есть в этом году каждый вуз обязан не менее 10% бюджетных мест отдать социально незащищенным льготникам. Законом предусмотрено, что льгота будет действовать до 1 января 2017 года.